Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Фаларис, тиран Акраганта, современная Сицилия, правивший в VI веке до нашей эры, прославившийся своей жестокостью. Фаларис имел обыкновение поджаривать неугодных ему людей в огромном пустотелом медном быке. Из Википедии. Фаларис прославился своей неимоверной жестокостью. Древнегреческий поэт Пиндар, историки Полибий, Диодор Сицилийский и другие авторы рассказывали, что он в медном быке медленно жарил ненавистных ему людей, ел младенцев, а пленных леонтинцев велел бросить в жерло Этны. Фаларис первым делом испытал медного быка на его создателе, алчном Перилае. Согласно легенде, переданной Пиндаром и Диодором, впоследствии в этом быке поджарили и самого Фалариса, свергнутый в ходе восстания Телемаха. Под его именем дошли до нас 147 писем, бывших предметом спора между английскими филологами Бойлом и Ричардом Бентли. Ну, вот так вкратце о Фаларисе, тиране Акраганта, правившем в VI веке до нашей эры, который прославился своей жестокостью. Пока-пока, до свидания.